это единственное образовательное учреждение, которое на сегодняшний день не принято муниципальной комиссией в связи с тем, что подрядчик покинул строительную площадку. Дело в том, что там велись достаточно сложные работы. Это реконструкция шатровой кровли. Подрядчик выиграл аукцион. К работе приступил с 11 июня. И все рассчитывали, что за 2 месяца, за 2,5 месяца данные работы будут закончены. Собственно говоря, для этого делалось все. Проводились еженедельные штабы, ввелся непосредственный надзорный контроль за строительством работ, но подрядчикам систематически нарушался график работ, производились вещи, которые недопустимы при строительстве кровли, и поэтому у него было множество замечаний со стороны надзорных органов, обещание исправить, усилить работу, обеспечить стройку дополнительной рабочей силой, выстроить двусменный график работы, они ни к чему не привели. К сожалению, погода тоже летняя, поэтому несколько раз школа подверглась, не школа, а часть школы подверглась затоплению. В связи с этим на сегодняшний день а на середину августа мы понимали, что дальше так продолжаться не может. Поэтому было принято решение об одностороннем отказе от данного подрядчика. Ему было выставлено уведомление. На сегодняшний день в УФАС Красноярского края направлено заявление о рассмотрении вопроса по внесению подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Администрации города было принято решение изменить подход к ремонту данной школы. Были приняты новые технологические решения. Вместо шатровой кровли там будет мягкая кровля. Это позволит нам в очень короткие сроки закончить работы, провести ремонтные работы в рекреации и пищеблоке. Это то, что подверглось затоплению. И войти в образовательный процесс так, как это положено 1 сентября. Потому что сама школа, это 2 3-этажных блока, они полностью отремонтированы, проведен у них косметический ремонт, проведены изменения инфраструктуры, школа преобразилась. Но вот, к сожалению, такая недобросовестная работа подрядчика привела к тому, что на сегодняшний день там ситуация достаточно сложная. Подрядчик понесет ли какую-то ответственность за это? Будет ли выставлены ему какие-то пени, штрафы? Конечно. Все будет решаться в судебном порядке с подрядчиком. Да. И кроме того, то затопление, которое произошло тоже по вине подрядчика, потому что по условиям контракта он должен был закрывать участки вскрытой кровли специальным материалом, чего он не сделал или сделал некачественно. Весь материальный ущерб, он тоже будет в судебном порядке представлен в суд для того, чтобы взыскать с подрядчика все средства, которые мы сегодня вынуждены вкладывать в ремонт данной школы.